Дальше автор говорит: «Ва ахраджа на фи хайри умма». И вывел нас в числе хайри умма. Хайри умматин – лучший из ум, лучший из общин. Откуда он это взял? Из слов в Коране: «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас». Вы лучшая из общин, которая выведена для людей. Лучшая из общин, которая выведена для людей. «Кунтум хайра умматин». Да, «кунтум» вообще-то глагол прошедшего времени. Как бы поэтому некоторые говорят: «Вы были лучшей из общин, выведены для людей». Нет, «кунтум» были здесь для чего? В арабском языке это из приемов арабского языка, приемов стиля арабского языка, чтобы подтвердить, чтобы усилить слова, что вы лучшая из общин, выведенная для людей. Это обращение к кому? Вы лучшая из общин, выведенная для людей. Обращение к мусульманам. Хайра умматин, то есть хайруль умман. Хайруль умман, лучшая из общин. Умма подразумевается здесь группа людей. Группа, джамаа. Вы лучшая из общин, выведенная, сказано как? Линнас, для людей. На что это указывает? То благо этой уммы, оно не замыкается на самой этой умме. Благо этой уммы общины не замыкается только на ней самой. Благо, хаир этой уммы переходит на всех людей. Посредством призыва, посредством вот этого усердия, посредством обучения, посредством наставления. Поэтому недостаточно человеку просто самому изучить, узнать и самому совершать действия, а других оставить без внимания. Обязательно нужно распространять призыв. Обязательно нужно распространять знания, если у тебя есть знания. Обязательно нужно распространять благо. Обязательно нужно звать людей к Аллаху. Обязательно нужно призывать к одобряемому. Обязательно нужно порицать порицаемое. В этом обществе, в обществе мусульман, в этой общине, мы должны быть активными элементами, активными винтиками. Надо двигаться. Конечно, в рамках своих возможностей, в рамках своих полномочий, в рамках своего знания. Но надо двигаться. И это я почему говорю, почему настаиваю на этом, хочу так настоять на этом. Потому что много людей, которые, альхамдулилля, у них есть усердие, они учатся, они сидят, изучают, учат наизусть, получают знания, проходят книги. Но, субханаллах, замыкается на них самих. И они не стараются передать это. Они не переживают за окружающих, не стараются распространять этот призыв. Поэтому надо двигаться, и не надо обманываться словами шайтана, а еще не время. Вот сколько тулябу-ль-ильм, которым говоришь, надо учить, надо призывать, он говорит: нет, еще не время, кто я такой? Я же тебе не говорю сейчас, давай фетвы людям, касающиеся там хиджры или джихада, или государства, или чего-то еще. Какие-то фетвы давай, или выступай там кадыем, судьей между людьми. То, что ты узнал из истины, узнал из единобожия, доноси это до людей, доносите, доносите от меня хотя бы аят, говорит пророк, алейхиссалату. А если ты не будешь этого делать, то твое положение хуже, чем тот, у которого есть имущество, а он не выдает закят с этого. Хуже. Вы знаете, чем грозит человеку, если он не выдает закят со своего имущества? Положение того, кто имеет ильм и не распространяет его, хуже. Поэтому как можешь, работай. Спрашивай, что делать. Чем я могу быть полезен? На какой фланг вы меня поставите? Куда? Сюда, здесь я могу парить, значит, здесь буду приносить. И не надо проявлять высокомерие, не надо кичиться, не надо чваниться. Что сколько людей, которые, особенно молодые, чего-то выучат, и потом они считают себя такими важными и такими нужными, что все должны за ними бегать. Один ученик говорит: нет, одного не буду я учить. Вы мне дайте джамат целый, приготовьте, потом я буду, приеду и что-то передам им из того знания, которое я имею. Не гнушайся обучением маленького ребенка. Если Аллах Субхану Тааля тебе дал эту милость, одного маленького ребенка, который ты можешь чему-то научить, это милость от Аллаха Субхану Тааля. Я знаю людей, имеющих большое знание, которые из одного человека, который при этом мог не прийти на урок, преодолевали зимой, в стужу, преодолевали большие расстояния не на машинах, а вот так вот своим ходом, чтобы научить одного человека азбучным истинам. Не гнушайся этим, не считай себя великим. Приезжает человек, закончил он университет. Хорошо, начинай, призывая людей к Аллаху Субхану Тааля, призывай к таухиду, к ля иляха илля Аллах. Нет, я хочу, я специалист по мусталаху аль-хадис, или я специалист по усулю аль-фикх, я буду этому учить людей, мне дайте таких уже, которых я этому буду учить. Пророки призывали к таухиду. Ты гнушаешься, ты считаешь себя выше, чем они? Аллаху мустан. Ухриджат линнас. Выведено для людей, казано, то есть не только для них самих, выведено для общего блага. Аллах Субхану вывел эту умму для принесения блага человечеству.